Насчет папы Франциска, ну да, он достаточно давно уже в публичных своих заявлениях говорит, что он готов предоставить свои услуги. С такой же общей позицией периодически выступал и президент Макрон, даже канцлер Шольц говорил, что он продолжит разговаривать с Путиным. Конечно, папа Франциск, он и переговорам призывает, но и делал тут недавно какое-то очень непонятное заявление, такое совсем не христианское, выделив две народности Российской Федерации в какую-то категорию, от которой можно ожидать зверств во время военных действий. Вашингтон предпочел в декабре прошлого года не воспользоваться реальным шансом на деэскалацию. А такой шанс был. И такой шанс был, кстати, не только у Вашингтона, такой шанс был и у ОБСЕ, которая вполне могла бы способствовать разрядке напряженности, если бы смогла добиться урегулирования кризиса на Украине на основе Минского комплекса мер, который был согласован в феврале 2015 года и в том же месяце одобрен единогласно резолюцией Совета Безопасности ООН. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.